Подручник крок по кроку, поем А1, лекция 22, часть 2. Телефоны, 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 телефоны. Тренировка первое. И наперво послушаем диалоги, а затем następнее... прочитаем еще раз и перетл ⁇ Halo? Dzień dobry, mówi Angela. Czy mogę rozmawiać z wami? Dzień dobry, nie ma jej. Poszły z Karoliną na zakupy. Czy coś przekazać? Proszę jej powiedzieć, że zadzwonię za godzinę. To numer 0900 764 532. Po usłyszeniu sygnału proszę zostawić wiadomość. Cześć, tu Angela. Pewnie masz jakieś spotkanie. Jak skończysz, to zadzwoń do mnie na komórkę. Do usłyszenia. O, cześć, Javier. W końcu odebrałeś. Wiesz, dzwonię, bo. Pomyłka. Przepraszam. Halo? E, czy to numer 606-999-741? E nie wiem. To komórka Javiera. Proszę mi go dać do telefonu. Zaraz wróci. Teraz jest w. Proszę mu przekazać, że dzwoniła Angela, koleżanka ze szkoły. Na pewno do pani oddzwoni. No, w końcu odebrałaś. Cały czas było zajęte. A, bo dzwoniłam do wszystkich w sprawie weekendu. Ale albo poczta głosowa, albo. Nieważne. Z nikim. Не поразмавляла. Заставила? Свяждомость? Отдзвоню? Целовы только киеды. Вышлем им смс, а кидае что-то запланируеме. Конец. Светня, и давайте прочтем еще раз диалоги и переведем. Диалог А. Hello, alo. День добрый, муй Анжела. Чи могу размавить с мами? Добрый день, это звонит Анжела. Могу ли я поговорить с мами? День добрый, не моей. Добрый день, ее нет. Пошли с Каролином на закупы. Они пошли с Каролиной за покупками. Чи цощ пшеказач? Что-то передать? Прошу ей поведеть, же зазвони за годины. Прошу ей передать, передайте ей, пожалуйста, что я перезвоню через час. Наступный диалог Б. Следующий диалог Б то номер 0900 764 562. Это номер 0900 764 532. То по услышанию сигналу прошу заставить ведомость. После того, как вы услышите сигнал, пожалуйста, оставьте свое сообщение. Честь, ту Анжела. Привет, это Анжела. Певне маш якишь с наверное, у тебя какая-то встреча. Як кончишь, то задзвон до мне на кумурке. До услышения. Когда закончишь, позвони мне на мобильный телефон. До услышения, услышимся. Следующий диалог С. О, честь, Хавьер, в конце удебрауэш. Вешь дзвони, бо... О, привет, Хавьер, наконец-то ты поднял трубку. Звоню, потому что... Помылка. Ошибка. Проще, Извините. Диалог Д. Алло, Hello? Чито номер uh, 606 шесть Это номер шестьсот шесть девятьсот девяносто девять семьсот сорок Не вем. Токо Мурка хавьера. Я не знаю. Это телефон Хавьера. Прошу миго дать до телефона. Пожалуйста, позовите его к телефону. Зараз вручит, а разъезд в... Он сейчас вернется, сейчас он в... Прошу ему казач, что звонила Анжела, коллежанка за школы. Пожалуйста, передайте ему, что звонила Анжела, коллега со школы. Напевно, до пани задзвони. Конечно, он вам перезвонит. И остатний диалог, и последний диалог. Э, но в конце удобралась, целый час было занято. Но наконец-то подняла трубку, и все время было занято. А, будет звонил вам до вшистких в справе в уикенду, али почта голосова, альбо неважная. А, ну потому что я звонила всем по вопросу выходных, но или почта голосовая, или неважно. С никим не поразмовялом. Я ни с кем не поговорила, не поразговаривала. Заставилась ведомость, Отзвоним. Ты оставила сообщение? Отзвонятся, перезвонят? Чекавы только кеды. Интересно только когда. Вышлем мы им смс-а. Кеды цой заплануемы. Конец. Кропка. Мы вышлем им смс, когда что-нибудь запланируем. Конец. Точка. Хорошо, вот такие диалоги. А мы с вами идем дальше. Чащение номер два. Упражнение два. Прошу допасовать слово до дефиниции. Здесь нам нужно соединить слова из левой и правой части. ⁇ Пшеказыч. повторить информацию. ⁇ Пшеказыч. передать ⁇ сообщить что-то. Значит, повторить информацию. Помылка ⁇ злый номер. Ошибка ⁇ то есть, ну, плохой номер, не тот номер. Отзвонить. задзвонич потом. Перезвонить значит позвонить потом, позже. Кумурка, телефон мобильный. Кумурка, сотовый телефон, это мобильный телефон. Одебрач, поднесть слухавка. Одебрач, поднять телефон, то есть поднести трубку. Заенте, Сигнал, же кто то ина не Занято – это сигнал о том, что кто-то другой разговаривает. Ведомость – информация. Сообщение – это какая-то информация. Выслач. Выслач – пачка, лист, эмейл. Отправить посылку, письмо, эмейл. Почта голосова. Автоматично – секретарка. Голосовая почта – это такая автоматическая секретарь. Шведня на стемпное чвечение чеча номер чи. Прошу приготовить свой коммуникат почты голосовой. В этом упражнении нам предлагается написать свой текст голосовой почты. Ну, он может быть, например, такой. День добрый, то номер и якиш номер, не могу терас одебрать телефону? Бардзо прошу заставить ведомость. Добрый день, это номер такой-то. Я не могу сейчас подойти к телефону. Очень прошу, оставьте ваши сообщения. Цудовнее лечим и далее, и еще далее, и мамы чвечения номер 4. В этом упражнении мы видим сообщение, и также нам нужно дописать здесь Польские огонки, хвостики, крески, черточки, кропки, точечки. Но давайте сделаем это упражнение. Первое. Дзвонилась оцуходьи. Бо вешь, ест трохи заенты. Ты звонила в чем дело? Оцуходьи. Что ты хочешь, что ты хотела, о чем речь? Потому что знаешь, я немного занят. Номер два. Навыть вем ким, то юж не важное. Я даже знаю кем, но это уже не важно. Номер три. Есть ты зла, дай спокой, не бендим еще хыба ты раскучич. Ты злая, успокойся, не будем же мы сейчас ссориться. Номер четыре. Но добже. Пробуя заплановать наш уикенд и навык не вем, чих цеш с нами ехать. Ну хорошо, я пробую запланировать наши выходные, даже я не знаю, хочешь ли ты с нами ехать? Ясно же, хце. а доконт? Конечно же, я хочу, а куда? И номер шесть. Но влажня, от им хотела бы погадать. Может, еще спотка мы и сдецидуем о месте? Ну, собственно, я об этом и хотела бы поговорить: поболтать, погадать, поболтать. Может, встретимся и решим о месте. Номер семь. А где? А где? Может, в твоей улюбленной кавярне. Может, в твоем любимом кафе. И Номер девять. А, ну власне, там щедзе. Ну, я именно здесь и сижу. Вот такие диалоги, вот такие сообщения. Мы переходим к следующему слайду. И у нас диалог. Послушаем его. Честь, Хавьер! О, честь, девчины. Zaraz przedstawię Wam moją znajomą. To jest Majka, studentka turystyki. A to moje koleżanki ze szkoły Mami i Angela. Bardzo nam miło, bardzo. Javier mówił mi, że planujecie długi weekend. Chciałabym zaproponować Wam coś interesującego. Posłuchamy z przyjemnością. Ja i moi znajomi pojedziemy na te kilka dni do Lwowa. Zapraszam! Lwów, słyszałyście? Weźmiemy paszporty, pieniądze, trochę bagażu i jedziemy. Ja nie pojadę, bo e, Japończycy na pewno potrzebują wizy. A nie mamy już czasu. I давайте переведём этот dialog. Cześć, Javier. Привет, Javier. O, cześć, dziewczyny. Mm, привет, девушки. Zaraz przedstawię wam moją znajomą. Сейчас ja познакомлю вас со своей знакомой. To jest Majka. Это Majka. Студентка туристыки, а то мои коллежанки за школы, маме и Анжела. Это Майка, студентка туристического факультета, а это мои знакомые коллеги со школы, маме и Анжела. Барду нам мило, барзу. Очень нам приятно, очень. Хавьер мувил ми, же плануете долгий уикенд. Хавьер мне говорил, что вы планируете длинные выходные. Хотела бы запропоновать вам coś интересующего. Я бы хотела вам предложить что-то интересное. Послушаем с ПШИМ Мы послушаем с удовольствием. Я и мои знакомые поедем на те несколько дней до Львова. Запрашам. Я и мои знакомые поедем на эти несколько дней во Львов. Приглашаю. Львов. Слушалищче? Возьмем мы паспорты, деньги, трохе багажу и едем мы. Львов, вы слышали? Возьмем паспорты, деньги, немного багажа, немного вещей и едем. Я не поеду, потому что японцы на певно визы, а не мамы уж часу. Японцы, наверняка, японцам наверняка нужна виза, а у меня нет времени удобнее и в пятом, в пятом упражнении нас спрашивают: это неправда как вы думаете почему маме не захотела ехать во львов со всеми Ну и вот пожалуйста расскажите себе вслух почему же маме не захотела ехать конечно же по-польски можете также написать в комментариях а мы с вами идем дальше и у нас текст про львов Львов троха, истории. Lwów nie historię. I dawajcie To miasto ma bardzo długą, skomplikowaną i tragiczną historię. W latach 1340-1772 należało do Królestwa Polskiego. Od 1772 do 1918 było pod zaborem Austriackim. W latach 1918 1945 należało do Polski, 1945-1991 do ZSRR, a od 1991 do Ukrainy. W okresie międzywojennym Lwów był trzecim pod względem liczby ludności po Warszawie i Łodzi miastem Polski oraz stolicą województwa. Był też drugim po Warszawie ośrodkiem nauki i kultury polskiej. Dziś znajduje się tu cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1998 roku. Dobrze, хорошо послушали tekst i idziemy k uprażnieniu 2. Ćwiczenie drugie Что они там бендом робить, что зробим? Что они там будут делать, что сделают? И глядя на фотографии, давайте составим текст. Например, вот такой. Они бендом зведзать львов. Они посетят львов. Зведзом старое место. Они посетят старый город. Купим цось до едзения, до зъедзения. Они купят что-то скушать. Поедем трамваем на забытковый цментаж и бендом там споцировать и шукать гробу знанных артистов, писажей, поэтов. Они поедут на трамваи, на историческое кладбище и будут там гулять и искать захоронения знаменитых артистов, писателей, поэтов. Потом врутся до центру, потом вернутся в центр, Бендом спацировать по рынку, будут гулять по главной площади, по рынку. Может, зобачим якийсь интересующий спектакль уличный. Может, увидят какой-нибудь интересный уличный спектакль, уличное представление. звездом катедры и ины забытковы кощевые. Они посетят соборы и другие исторические костелы. Потом поядом на пиво и Бендом розмавич о своих выражениях. Потом они пойдут на пиво и будут разговаривать о своих впечатлениях. Наконец зробим памятковый сдвиньчик, и в конце концов они сделают памятный снимок, памятную фотографию. Окей. Okay. И последнее, что нам осталось на сегодня, по втужением, в этом упражнении нам даны глаголы, мамы, часовники. И нам надо сказать, это настоящее время или будущее время. Часто дорожнейший, чи час пшишвы. Зроби, я сделаю час пшишвы. Будущее время я еще сделаю. Уготуе так само час пшишвы. Тоже будущее время. Я еще приготовлю. Дае я даю, то часто важнейшее, я сейчас даю, да я. я де, я еду, тоже я сейчас еду, это настоящее время. Споткомще, я встречусь, я еще встречусь в будущем, и, конечно же, это будущее время. Пуй де, я пойду, я еще пойду, когда-то там. Значит, это также будущее время. Купуя я покупаю. Я сейчас покупаю, в настоящем времени. ЗОБАЧЕ. Я увижу, увижу в будущем времени. Помогая Я помогу, также будущее время. ЗВЕДЗАМ. Я посещу, например, какой-то город, также будущее время. И в упражнении 2 нам нужно вставить э, слова в текстик не зналязываешь ничего до спания в ЗАКОПАНОМ? Ты не нашел ничего до сна, до ночевки в ЗАКОПАНОМ? Нигде не был я нигде не был. Нигде не выпия, а не килишка. Я никогда не выпью ни рюмочки, ни бокала. Нигде не мув, нигде. Никогда не говори, никогда. Никт не ест ДОСКОНАЛЫЙ. Никто не есть совершенство, если дословно. Никто не совершенен. И то уж конец. То уж конец двудестой другой лекции. Услышим еще вкрутце в наступной лекции. До услышания. па, -па.